корпусе стражи Исламской революции Ирана сообщают, что направит удар на Объединенные Арабские Эмираты и Израиль в случае, если американское правительство распорядится атаковать Иран после авиаударов по военным базам США в Ираке. После иранских авиаударов, направленных на военные базы США, иранский корпус грозит нанести сокрушительный удар по Дубаю, ВУАЭ и Хайфу в Израиле. Об этом сообщает независимый регион со ссылкой на CNN. Иран заявляет, что осуществит свою угрозу, если США нанесет ответный удар из-за обстрела своих военных баз в Ираке. Иранский корпус сообщает об обстрелах американской авиабазы Аль-Асад. Были выпущены десятки ракет в ходе операции, которую сами иранцы назвали «Мученик Сулеймани». Иранцы нанесли удар по американским военным из-за организованного убийства влиятельного иранского лидера генерала Касема Сулеймани 3 января. Иранские правители заявили, что отомстят за убийство генерала. США утверждают, что Сулеймани совершил множество преступлений и готовил новые террористические атаки, поэтому был отдан приказ о его ликвидации. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.